гордыни снова уценили. Вот такие вот очень красивые кусты, в каждом по 4 черенка. Очень красивые, 70 рублей. Один лучше другого. Все выглядят очень хорошо, достойно. Посмотрите, какие бутоны. Чистые, крепкие черенки. Вот такие красивые медальончики. Цена 80 рублей. Все в прекрасном состоянии. Открываются даже листья трубочкой. Милахи. Одна другой краше. И уценили. Как жаль, как их много. Пеперомия в оценке. Красивые листья. 80 рублей. Аптусофолия. Биколорные круглые листья. Очень хороши. Есть еще пеперомия. Посмотрите, как их много. Джели. 50 рублей. Три колорные. Много розового в листьях. Великолепное растение, много уценили, красавицы. Парочка белых мельтоний по 150 рублей. Примилая с неплохими корнями. В каскаде розовая орхидеечка, 250 рублей. Внизу много дендробиумов, розовых красавиц, орхидеечек, даже молодые ростки есть на стеблях. 200 рублей у них цена. И также за 200 зигопеталумов много сегодня чернильных, но они какие-то светло-чернильные, обычно насыщенные-насыщенные. Здесь как бы много белого очень в цвете. Или отцветают, или это какие-то фиолетово-белые цветы. Ну вот этот как будто бы обычный зеленый с фиолетовым. Скорее всего, наверное, просто старые цветы, поэтому так выглядят. Много интересных орхидеечек, особенно дендробиумов много. За 250 рублей в оценке очень миленькие орхидеи, бело-розовые, милашечки. Их несколько штучек в одном окрасе за 250. Корни приемлемо нормальные для оценки. Вот этой совсем хорошие корни я вижу. Хороший очень экземпляр. Достойный для покупки. У кого такой нет. Есть интересные красивые расцветочки. Это стоит 450 рублей орхидеечка. Есть маленькие мультифлорочки. Цена 250 вот этой. Как обычно, есть белые, розовые. Корни хорошие. Высокая орхидея фаленопсис, 450 рублей. Очень красивые цветы с белыми немножечко кантиками, очень тонкими карандашными, 450 рублей. Конечно, есть белые, как обычно.
каскадик. $250 белый. Но состояние не очень хорошее. Желтеют листья, плохие корни. Еще драцена. Драгон микс 120 рублей. Слегка вот поврежденная макушечка. Растение большое, крупное. За 120 рублей. Сансевьерия Dark Diamond 120 рублей. Посмотрите, какое огромное растение. Хорошие листья, слегка, конечно, поврежденные. Но главное, розеточка центральная хороша. Внутренние листья чистенькие. Я думаю, обрастет и будет очень красивая в умелых руках. Сансевьерия Golden Flame в оценке. Большой горшочек. Много побегов. 350 рублей. Немножко, конечно, измученная. Ой, розы какие красивые сегодня. Параджи-Джи 120 рублей. Смотрите, какие красивые пятнистые биколорные цветы. Очень красивые, мраморные. Биколорная драцена Марк за 90 рублей. Очень хорошая растенница. Не пощипанные. Листья тоже неплохие. И Наташа Фику 120. Две яркие, красивые бегонии. Они одного сорта. По цене в 90 рублей. Maui Sunset. Вот это слева вообще хороша. У нее очень хорошие листья. Я покупать не буду, поэтому я рассматривать не стала ее. Но навскидку неплохо выглядит. Ой, какая красота. Спатифилум светлоуреата 1550. Очень хорошенькие свежие побеги. Их здесь очень много. Хороший компактный кустик. Ой, пробивается даже соцветие. $1550 Цитрафорт Мейера. Мейер Лимон написано. Кустик. Не знаю даже, насколько хорош. С обратной стороны два вот таких милахи лимончика. Весь подрезан, листьев мало. Большой красивый куст. Он здесь немножко в глубине других растений. Вот такие вот красивые листья. Есть еще соцветия. Великолепные листья. Почти что нет повреждений. Спатифилум Себастьяна 1750. Высота 1,20 м. Огромный куст и несколько побегов. Отличная оценка, хорошее растение. Еще никуда не продался красавец фикус. Он был у нас в прошлом видео. 3550 спираль. Еще вот такая вот красивая сансочка. 1950 зеланика.
Большой куст, конечно, много побегов. Красота. Луценки сегодня такие красивые. Ящички с ручкой канатом. Смотрите, у них какая фактура. Очень красивый цвет. Цена 200 рублей. Есть побольше, есть поменьше. Оба за 200. Также вот такие вот черно-розовые. Два ящичка 150 рублей. Пробирки. Цена 90 рублей. Лягушки на спине и на животе. По 100 рублей. Вот такие вот украшения для сада. Еще один ящичек. Серенький. 200 рублей. Канат, ручка. Всего лишь нужно боковые ручки приклеить. Это несложно. Вот такие интересные вот ценочки. Нашла сегодня еще удобрение гель для орхидеи. 50 рублей.